День Победы отметили жители микрорайона Чкаловский. Несмотря на непростую в этом году майскую погоду, они собрались на митинг у мемориала, отдавшим жизнь за нашу советскую родину. Многие пришли с семьями и принесли портреты своих героев Великой Отечественной войны. Жители поприветствовали начальник Щелковского местного гарнизона, командир 8-й ордена Жукова авиадивизии особого назначения полковник Андрей Симак и заместитель главы городского округа Щелково Виктор Семин. Это праздник действительно всенародный. Это праздник особый. Это символ национального единства, воинской славы и доблести, навсегда вписанный в героическую летопись нашей страны. На митинге исполнили стихи и песни о войне. Военнослужащие Щелковского местного гарнизона, представители общественных организаций и жители микрорайона Чкаловский возложили венки и цветы к вечному огню.